На протяжении всей своей жизни каждый человек, вольно или невольно, встречается или сталкивается с большим количеством людей. Кого-то мы не замечаем, мимо кого-то мы проходим, с кем-то встречаемся повторно, может быть, даже заводим дружбу, а кто-то оставляет неизгладимый след в нашей жизни. И, конечно же, одни из таких людей – это учителя. Настоящие учителя, которые не только словом, но и своим отношением к делу, своим отношением к человеку, пусть к самому маленькому или, наоборот, самому большому, делают все, чтобы этот человек хоть чуточку вырос. И в преддверии праздника, большого праздника Дня Учителя, я искренне хочу поблагодарить всех учителей Республики Башкортостан за то, что многие годы вы отдаете всего себя для того, чтобы воспитать молодое поколение, для того, чтобы передать не только те знания, не только опыт, но еще раз говорю, самое главное, вы передаете частицу души для того, чтобы эта эстафета продолжалась и дальше. Наш Башкирский государственный педагогический университет имени просветителя Мифтахиддина Акмуллы уже 52 года выпускает из своих стен тех людей, которые сегодня, завтра и послезавтра пойдут в образовательные организации. И, конечно же, мы горды тем, что у нас есть целая династия, где учились и бабушки, и дедушки, и родители, и сегодняшние студенты. И мы уверены, что, как и раньше, наш университет будет востребован, а профессия учитель или призвание учитель, оно обязательно будет в почете в нашем обществе. Сегодня, когда мы говорим о веке цифровых технологий, когда мы говорим действительно о высоких информационных материях, мы все равно уверены, что роль учителя в образовательном процессе, и не только в образовательном процессе, а в жизни каждого человека, неимоверно велика. Потому что никакая цифровая приставка не сможет передать духовность, не сможет передать нравственность, не сможет передать чистоту, на которой должен ориентироваться каждый человек. Хөрмәтле укытучылар, һезне барыгызны да шул зур байрам менен, укучылар көне менен кайнар күңелдән котлайм. Сезгә барыгызга да рәхмәт сүзләре әйтеп, бәхет теләйм, һаулык һәм артабанда уңышлар юлдаш булсын. С праздником вас, дорогие коллеги, с Днем Учителя!